почему в нашем городе Краснодаре происходит задержание активиста отрядов Путина? Мы очень возмущены. Да, за что? Мы за нашего президента. В нашей стране поддерживают президента. Краснодар еще для этого должен всех посадить. Сейчас все можно говорить. Все это, как это говорят, Краснодары, люди друг друга. Мы просто очень возмущены. Да. Ну, Фатима, единственное, что Фатима настроена решительно. Да. Если нужно отсидеть несколько суток за Владимира Владимировича, мы тоже она согласна. И я пойду. Да.